Добрый вечер! Вы на канале Мария Пьянин. И сейчас я хочу продемонстрировать вам, сама даже не знаю, что это такое толком, но, в общем-то, только что получили заказ. Это официально называется зеркало. Зеркало можно вешать в ванной, ну, можно и в любой другой комнате повесить, неважно. Но зеркало это не так интересно. Главное, что находится в этом зеркале. Вот смотрите, табло. Ну, во-первых, вы видите время. 20 часов 26 минут. Дальше температура показывает зеркало. Так, вот эти вот все, пожалуйста, дисплеи. Расскажите мне, что к чему и как. Играет музыка, прежде чтобы вы слышали. Секундочку. Да, музыка. Это из зеркала, не думайте, что откуда-то. Все, рассказывайте. Давай, рассказывай, потому что я не знаю, что тут к чему. Так, есть изменение света с мягкого. Регулировка. Секундочку. Холодный свет, теплый свет и натуральный. Это натуральный, теплый и холодный. Вот это прикольно. Это для того, чтобы не запотевало. Ну и все, пока я еще сама толком не разобралась, я не знаю, ну, что это. Ну, ты же когда заказывала, знала, какие там функции? Конечно, что я знала, еще что, там? Ну, так расскажи, базы. Что там. А, подключаешь Bluetooth и колонки, к музыке любой, колонки. Да, радио, можно послушать все, что угодно. Короче, температура, время. Дата. Число. Не запотевает. И подсветки. Регулировка света и Bluetooth. Ну, Bluetooth для музыки, да. Да, музыка там играет. Короче, ты можешь идти в ванну мыться, поставить где-то, соединить с телевизором, да. Соединить. Так, я хочу показать еще заднюю стенку этого зеркала, из чего оно состоит, что там такое. Можете повернуть. Подключается либо к розетке, либо через напрямую. Ну, тут оно. Покажи вот это. Ну, это светы. Это колонки или что? Это колонки, компьютер. Идет в наборе с двумя винтами, которые можно, на которые вешается. И здесь вот можно подключить еще и кабель USB, так что можно какую-то флешку поставить, и своя музыка будет играть. В общем, целый компьютер. Да, это зеркало-компьютер. Понятно. Ну и стоимость его, наверное, интересна. Я вам размер... поставлю ссылку да. на Алиэкспресс, потому что... Это на Алиэкспресс заказывала? Какой размер? 60 сантиметров. 60 диаметров. Хорошо. Спасибо за обзор. Включите нам яркий свет. Мы, наоборот, вам выключим. Отлично. А самый яркий сделайте. Я думаю, что это самый-самый. Я думаю, что это максимально. Но это же подсветка, а не свет. Ну да, это же подсветка идет. Ну, в общем, с обновкой вас. Спасибо. Я надеюсь. А вас с новым видео. Да.